Лето – замечательная пора каникул, и особенно этим временем наслаждаются дети, как никто другой. Но вот незадача – перед началом учебного года оставлять каникулы позади совсем не хочется. Так как же замотивировать ребенка к началу учебы? Давайте разбираться. Если ваш ребенок идет первый раз в первый класс, то не забывайте, для него это совершенно новая обстановка. Почаще играйте с ребенком в школу, говорите по душам, делитесь своими воспоминаниями из школы. Когда маленький ученик расскажет о своих страхах и переживаниях, обязательно выслушайте его и заверьте, что в любой ситуации вы будете рядом. Важно на данном этапе максимально помочь ему с адаптацией, а точнее с тем, чтобы ребенок не ощущал себя потерянным и одиноким. Познакомьте ребенка со всеми его вещами, которые вы купили к школе, чтобы он их узнавал. Еще лучше, если вы их подпишете. Поучите его собирать портфель, да, что должно быть в портфеле. До 7 лет базовая потребность ребенка – это игры, а вот в школе его обязанностью становится учеба. Чтобы сгладить этот этап в жизни ребенка, родителям важно окружить его заботой и участием. В случае, если ваш ребенок не посещал детский сад, то не лишним будет отдать его в подготовительную школу. И вовсе не для повышения интеллекта малыша, а чтобы научить его устанавливать контакт со сверстниками. Вообще, когда дети отстают от школьной программы, это случается чаще всего из-за того, что их силы направлены не на то, чтобы усвоить учебную программу, а на то, чтобы скомпенсировать те навыки, которые не были сформированы в дошкольном возрасте. Соответственно, какие это навыки? Это коммуникативные, организационные, интеллектуальные. И поэтому важно на подготовке к школе научить ребенка воспринимать информацию в первую очередь. В случае, когда ваше чадо не в первый раз перешагнет порог учебного класса, стоит помнить, что если в течение лета вы хоть ненадолго погружали ребенка в школьную программу, то перестроиться и войти в учебный процесс осенью ему будет гораздо легче. Также напомнить об ответственности помогут и совместные покупки. Новая одежда и канцелярские принадлежности, возможно, заставят вашего непоседу ждать 1 сентября с предвкушением. Основной момент подготовки – это ввести ребенка в режим, если ребенок особенно с первой смены, помочь ему структурировать его время. А остальное время на раскачку дается. Первый месяц он как раз такой на то, чтобы вспомнить все, войти в режим. Итак, режим налажен, все необходимое куплено, а важные беседы проведены. Ребенок готов к новому учебному году. Теперь только родителям осталось набраться терпения и позитива, чтобы пройти этот путь вместе с ним.